тему. То есть где-то это... Где-то горят пожары. У меня это... У меня тут дождь идет, блядь. 24 на 7. Минуточку. Ты в Лондоне, что ли? Нет. С утра вроде проверял, нет. А вы чё? А сентябрь будет обязательно солнечным. Когда уже не надо никому. Спокойной ночи, Ромошек. Сладких санов. Так, а мы пока продолжим. Да? О боже. О боже. Ох, сейчас будет громко, похоже. Тут нет никакой секретки. Нету. Ну, поехали. Главное, своих не задавить. Если они тут есть. Никого нет, свободно. Здрасте. Тебе никто не поможет. Сика. Не стойте на рельсовой дороге, дебилы. Это плохо кончится. Хорошо. Нак. Эо-э! Ой, мясо мое! Мясо! Мясо укатилось! Мясо! Мясо, мясо! Мясо! Мясо, мясо укатилось! Мясо! Всех разбудил, блядь. Нахуя? Все ушли. Не надо было. Спали бы их, хрен бы с ними. Давай по-тихому. Сука ж. Пес. Не, это, ну, это такое. Run, bitch, run! Грандиозный план.
До свидания, блять. Нормально, нормально, все нормально, все хорошо. Ну, не всех убили, ну как там? Жизнь найдет выход. Ой, зря. Ты дурак, что какой, блядь, ты что творишь-то? Алло. Ну хорошо. А что там было? Подожди, я сохранился хоть, когда вошел. О, да! Вот это было хорошо. Прям норм. Кто попал? Ты попал? Пошел ты нахер, ты ничего не попал. Попал он. Ядрить звук был сейчас. О-о-о-о. Ты говно, блять. Как я должен был его... Как я должен был реально-то с ним справиться? Ха. Нет, нельзя. Тут камера везде. Да не током же бьют. Аргумент. Они в каждой комнате были. То есть, где бы я это не попытался бы сделать, мне бы достало бы все равно. Так, а что здесь так пусто? Любопытно. Аллилуйя! Ой, блядь! Одну собаку, что ли, выпускать за раз? Ядрить. Да ну ядрить, вы чё? Я нажал кнопку. Давай посмотрим, что мы можем сделать вот здесь. Все хуйня, да, по новой? Давненько никого не спасали. Пацаны!
Надо, блядь, это не вообще нереально успеть, мне кажется. Откуда взялся? Я думал, вы все уже пришли. Трое и маленький. Просто не уверен, что нам вниз больше не нужно. И вот и что? Что здесь? Нам как бы сюда. Потому что там написано, возврата нет. Значит, что-то есть еще тут. Ого. Любопытно. Ты издеваешься надо мной? То есть я сюда шел за мясом. Правильно я понял? Сука, игра. Сука, игра, ты смотри. Чё делает? Чё ты, Феодор, концернишь-то? Игра нравится? Концерн Феодор. Феодор смотрит в душу. Это так. Ну пошли дальше. Шмоки, шмаки. Нихера! Это еще что, блядь? Чего ты мне расскажешь? Получи древнюю силу мудаконов Шрикула насильным узовом законного банивергца. Нарушители будут жестоко наказаны. Че, блядь? А зачем ты эти надписи пишешь, директор? Ты дурак, что ли? Ты что другим-то... Воу! Чего, блядь? Простите? Я думал, я как бы залез, не? Ну ладно. Ну хорошо. А я даже и не сохранился, я такой молодец. Ебать просто. Я всегда их смотреть пытаюсь, потому что мало ли это триггер. Чего-то.
Два есть. Да ты ебанулся. О! Сука! Чего? Внезапно Санёк заходит и говорит: здорово, Архимон. Нихуя себе. Я вот всегда, знаешь, вот меня... А им нормально работать в такой обстановке, блядь? Тут, сука, какие-то ящики сверху падают, блядь, разбиваются. А он стоит, пол трёт, ему вообще насрать на всё. Ядрить твою. Просто ядрить твою. Ах, мать. Ах, мать. То есть это через верх делается как-то. Это, скорее всего, призовет лифт наверх, и дверь, может быть, откроет. Ну, раз уже здесь мясо дают, наверное... Так, подожди, а что здесь было? Эй! Дружище, пойдем! Ну хорошо. Ну хорошо. А их вниз не надо, что ли, заводить? Я что-то не пойму. Смотри, как здесь все тормозит. Это диджитал. Похоже на то. Да ну хватит тормозить-то, ёпте. Так, быстрее из этой комнаты, здесь все тормозит. Бесит прям аж. Бля, это будет сложно. Хо-ба! Блять. Воу! Не-не, подойди, подойди. Ближе ко мне. Да не ты пошли, блядь. А ниже нет, да? Вы там живы? А то знаю я вас. Мало ли чё. Слушай, а написано 5 надо привести. То есть какие-то пацаны еще откуда-то придут, что ли, или чё? Это чё делает? Привозит лифт сюда. Нет, это все не то. Ну, тот проход открывается. Если я упаду туда. Причем дважды, похоже. Похоже на то. О, боже. Чего это даст мне? Лифт привезет. Нет. Интересненько. То есть вот здесь вот проход. Теперь. Закрыт. Окей.
Тогда получается остальные двое где-то там, наверное, да? Ой, блять! Не делай так больше. Опа! Вниз. Вниз. Ага, лифт. Ага, лифт. Этот приехал, причем. Что странно. О, здорово, пацаны. Мне вот тут, блядь, больше стремнее было работать. Как-то это все выглядит так. Стой. Жди. Блять. Да хуй вы ржете-то, дебилы, блять. Я пытаюсь вас спасти, а вы, блять, ржете. Ебанутые, что ли, нет? Ржут они. Да ебать! Суки. Хатушки сраные, блядь. Я тоже ржал. Окей. Так, ну там открылась дверь. А, ну это, наверное, я понял. Все пятеро? Все пятеро мимо. Красавцы, ебать. Это взорвет все мины, да? Скорее всего. Давай повыше залезем. Чтоб было виднее и красивше, да? Красиво было. Не понял. А зачем тут мина? Я что, должен туда пойти? По какой-то причине? Ну, ладно. Я туда не пойду. Короче. Я чувствую, что мы спасли 150 щей. Я прям чувствую. Но это не точно. Быка скрапает. Скрабопарамита бык. Я проверял, есть там что? Красиво. Это чарджер. Потеешь? Да нет. Так на расслабоне. После Алундры. Мне как-то все вообще в кайф. Ого. Ого. Ого, веселье-то какое. Ого, веселье-то какое. Я узнал, что некоторые нарушители верят, что Баневецк может быть выключен, если повернуть 5 главных клапанов. Вздор, это грязная ложь. Без мягкого знака. Это ложь. Тот, кто повернет эти клапаны, сразу же уменьшится. Я думаю, надо повернуть, да? Надо повернуть. Че, я так понимаю, нужно сначала вниз спуститься, а потом подняться вверх по другой стороне, да? Ой, блять. Ой, мать, я чудесно. Не надо называть меня бро.
Не нравится, когда меня называют бро. Так, один. А чё один? О боже. Здесь маленькие эти. А-а-а! Беги! Беги! Ох ты нахуй! Ой, ебать, сколько мяса. А вы говорите, мяса у вас нету. Нормальная собачатина, вкуснейшая. Просто пропадает. Красиво. Красиво. Вау. Один есть. Пятый, видимо, в самом низу будет. Ну, сначала 1, 2, 3, 4. Ох, ебать. Хуба! Вот это было красиво. Мясо вообще с самонаводкой, блядь. Ой, блядь, мясо с самонаводкой. Вот это нормальная тема. Хуба! Сколько здесь? Ух, 9 штучек. Да. Шу! Бля. Бля. Дай вверх. Шу. Хуйня. Ну вот отсюда. Шу. Баем. А еще раз. Хуба. Баем. Нормально. А что это там в соседней комнате взрывается сейчас, да? Не, не пойду. Красиво. Вся миссия просто на уничтожение этих, что ли? Бомб. Давай все ломать. Хуй. Здесь, наверное, тоже 9 дадут. Нормально. Это не камни. Баям. 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 Бигелоу. Баям. А еще что-то осталось? Или типа, да, в смысле, я их не могу забрать, алло. Я могу их забрать, что ли? Бля, я боюсь сохраниться. Я не могу залезть, алло. А что, блядь? Идешь ты нахуй. Ну, вот это вообще прям троллинг. И чё, блядь, делать теперь? Я сохранился. Я молодец, ебать. Ну хорошо. Понадобится много метрила. А я хули знал, что... Могущественное заклинание. Понадобится много метрила. Ну вот что мне делать теперь? Заклинание. Мне теперь делать-то ничего, я не могу ничего сделать. Мясо мне не дают. Чего мне мясо не дают, алло?
Могущественное заклинание. Бля, пацаны, может вы спуститесь? Нет? Вы чё, дебилы? Вы чё встали-то там? Ай, блядь. Ну так, сейчас узнаем. Сейчас узнаем, всрали, не всрали. Шух! На нахуй! Вот это красиво. Я сохранился, наверное. Шух! Шух! Да я. Вот теперь все хорошо. И мне даже не страшно, что здесь две мины. Топы древние, комодетонатор. Санечек, живой. Сто пятьдесят? А ты что считаешь? Я просто хз сколько. Там табло было? Да? Я что-то визуально отвлекся немножко, видимо, на что-то другое. Вот эта фраза мне нравится. Нашел капрядил. Нашел капрядил где-то. Подожди, стой. Не, ну я должен сам удостовериться. Я понимаю, что вы меня, конечно, не троллите. Нахер вам это делать? Но я хочу сам это видеть. И просто... Чего? Это что? Что это за... Где найти ром постоянного зла? Русаунд? Э? Да, я вообще... Я потерялся чутка. What the fuck? Алло. Что? Собаки когда-нибудь храпят? Ты знаешь, когда-нибудь храпит? Санёк, ты болен. Бобик, ёпта! Ну-ка нахуй! Дебил. Все знают? Все знают-то. Никто ничего не знает про Данича, кроме Данича самого. О боже. Чё вы вообще про него тут придумываете всякие нелепицы? Храпит он, ага, конечно. Мне вот этот эффект всегда, тряски всегда прям бесило вот в этой игре. Что в первой, что во второй. Оно все трястись начинает, и ты где-то теряешься. Тебе прыгать? Тебе не прыгать? Что тебе вообще делать? То есть, подожди, мы 3-4 сделали только что ли, или что?
То есть выше уже нет ничего, получается. Возврата нет, написано. А, ну да, написано, что... Ну, в смысле, не написано, в смысле, 3-4. Пятерочка. Сейчас мы это овощей свежих не купим. В пятерочке-то, блядь. Emergency exit only? Я думаю, не стоит. Надо один раз нажать. Я просто стою постоянно, кручу. Свежих в пятерочке. Нас... Так я сказал, не купить. Сейчас мы свежих овощей в пятерочке не купим. Я же сказал. Нормально. Ой! Сука, привет! О, блять! Беги! Беги! Не знаю, что мы делаем, но мы бежим. Хреново у нас пятерочка. Ну, да. Хреново. Беги, сука, беги! Блять. А это законно? Они, блядь, постоянно меняют этот паттерн свой. Ты посмотри. Ты посмотри, что происходит. Это интересно. А, не, меня здесь бьет. Я думал, он не доезжает. Выглядит так, будто не доезжает. Ну, смотришь. Вот сейчас не смотри. Я сейчас подохну. Выглядит так, будто это изи. Ну, это изи. Вот сейчас. Посмотрим телечек. А... Враг завода номер один при обнаружении убивать на месте. На мне что, блядь, написано, что я ей, блядь, или что? Как это работает-то? Так, а это что? Я рискую. Я рискну. Я рискнул. Погнали. Нихуя я вовремя нажал. Ну как вовремя? Я нажал случайно, на самом деле. Ух ты, блять, привет. Я нажал случайно, но почему-то сработало через 2 секунды или 3 даже. Это магия. Трюк? С закрытыми глазами? Ты меня за кого принимаешь? Ну, я пробежал. Ох ты, мать твою. Хитрить. Что, блядь? А где сохранение было? Всем с лигом, когда я скажу stay here, стойте. Когда килом стреляйте, когда дует, толкай рычаг или дергай за веревку, поняли? Хорошо. Я что, должен был сначала сюда идти? Такое ощущение, что да. Потому что, ну.
Бля, лишь бы они не начали стрелять друг в друга, блядь. Эй! Спасибо. Я пошел. А тут рубильника нет, как бы. Эй, болотый груз. Мне всем нравится то, что мне нужно еще успеть, короче. Не меня, дебилоид, блять. Хуй ты в меня-то стреляешь, придурь, блять. Я научился стрелять, а он начал в меня, блять, стрелять. Ну конечно, ну гений, блять, помощник просто. Ну. О, спасибо. Да, ёп. Начинается. Help! Help! Просто единственное, что успел, блядь, крикнуть. Help! Сука. Я в кнопках путаюсь, блядь, тут комбинации триллиард просто. Сука. Ой, блядь. Ай. Слушай, ты. Камер, дуй. Это была плюшка. Так, что делаем-то? Подожди. Нам вниз? Я вот что-то такое помню. Помню, что рубильников дохуище было. И что-то, блядь, какие-то эти штуки. Пойди сюда. Пойди сюда. Дёрни. Да, флешбеки. Я, по-моему, вот на этом и зафакапился. У меня сейвка, я не знал, что делать. Блять, что заново, что ли? Я не сохранился, да? Да я побоялся. Hey,
Гоу, гоу. Кэллом! Это в Гриффинах был такой эпизод, когда Питер пожелал, чтобы... Когда он ходит, короче, какое-то музыкальное сопровождение было. Он примерно с такими звуками ходил. Типа, когда он ехал в автобусе, там это... Такая тема путешествия. К нему еще мужик подошел такой, слышь, блядь, выключу эту хуйню. Я не могу это выключить. Да, блядь, чё ты стоишь-то? Это сделано по-аутистски просто, серьезно. Ты от него отходишь на шаг, и все, короче, он уже это... Он уже с тобой не ходит, он уже твоей команды не выполняет. Тебе нужно обязательно смотреть в его сторону. Дуй! Ху-ху-ху, блядь, дурак, нахуй. Так, тихо. Так. Официально заявляю, ты долбоёб. Почему ты начал стрелять в меня опять? Вот почему он начал меня опять стрелять? Что он за дурак? Я как это вообще должен делать? По-моему, они зафакапили это место. Просто я ему говорю, стреляй, он начинает стрелять в меня, если справа он стоит. Он не может раз развернуться и понять, что ему нужно стрелять в другую сторону. Нахуй он это делает-то вообще, я не понимаю. Ну смотри. Да, блядь, вы чё, дебилы, блядь? Алло. Да ты дурак, что ли, блядь. Кто в здравом уме из разработчиков этой игры решил, что охуенная идея сделать у этого персонажа на кнопку бега прыжок, блять? Кто, сука, в здравом уме это придумал, блять? Что это? Fucking genius! Ha ha ha!
Бери. Бери. Я не к этому, Архимон. Вот, на треугольник есть прыжок. На треугольник есть прыжок. Почему на вперед L1, R1, когда он должен бежать, он как бы прыгает. Я понимаю, что это, да, ускоряет его, но зачем? Иди сюда. Иди сюда, говорю! Да ну, блять. Господи, как это сложно. Как сложно это запомнить, блять. У меня просто уже голова, блять, каменная. Потому что от него пахнет не так. Ты куда? Что ты делаешь? Ха-ха-ха. Стоять. Ай, боже. Еще два. Один. Иди сюда. Я к тебе привык уже. Иди сюда, я к тебе привык. Темно и нихера не видно. Хорошо, ладно. Пойдем. Еще. Все. Так, тихо. О, well, такой. О, боже. Газ, 30 секунд. У нас 30 секунд. Куда бежать? Куда бежать? Куда бежим? Куда бежим? Бежим. Сюда бегу. Не знаю почему. О, блядь, не сюда. Куда? Ну, алло. Все же закрыто. Куда вы хотите, чтобы я пошел?
Так, где? Может, может надо в дверь войти просто вот в эту? Нет? И отсюда уже бежать? Дуй! Там есть проход, как думаешь? Снизу справа. Я думаю, есть. Ебать, ты вы чё, блять, алё? Ну тут слишком и как-то рандомно, нет? Я сколько здесь должен сидеть-то? Что-то они ведь... Что-то они охуели, нет? Дует! Я вот здесь лучше сохранюсь. Вот тут даже, наверное, да? Ок-ок-ок. Поехали. Да ну что-то это нереально, по-моему, нет? Я просто не знаю, сколько, а сколько, что, сколько еще потом бежать? Я сейчас. Ну допустим, я остановлюсь. Блять! А чё ж ты бежал-то? Я ж кнопки-то отпустил всех. Куда ты полетел-то, блядь? Да, у второй можно остановиться. А ещё можно тайм-аут получить за то, что ты пишешь мне. Как игру проходить. Ай-яй-яй. Благо я как бы сам догадался до того, как увидел, что ты написал. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Shame on you. Shame on you. Shame on you, shame on you. До свидания, выключатель. Ла-ла-ла-ла-ла-ла. И 15 есть секундок. Та-та-тара-тара-тара-тарарам. Тара-тара-тарараро. До свидос. Та-та-тара-па-па-пара-па-па-пара-па-па-пара. Охуительно. А как назад? Надо, наверное, два раза нажать, чтобы оно выключилось, я хай его знает. То есть там уже газ пошел, как бы, какая разница мне. Полегче. Полегче. Эй, полегче. Что ты делаешь? Что ты теряешь? Ты 2 секунды потерял сейчас. Алло. Берегись газа-то, ну. Воу. Меня порвало. Меня порвало. Ух, ебать. Дела. Так. Стоп. Стоп. Хуба!
Damn. Я слинял? Все? Я слинял? Ну, даже не знаю. Дружище. Привет. Пойдем. Ой! 161. Ууу, великая победа. Красота-то какая, смотри. Ядрить. 161. Мы уже больше половины собрали. Роскошь. То есть теперь уже можно особо не париться. Мы собрали половину. Как бы париться будем, если кого-то найдем, да, само собой. Да ёб твою мать, мы опять сюда вернулись, что ли, ядрить? Опять этот подгорающий пукан сейчас будет. Двоих уже удалили, пацанов. Га-га-га-га-га. Здесь чары и месть, отвага и честь. И пукнул не эйп. Бэээм! Там была какая-то дверь, на которой было написано Coming Soon. И, скорее всего, наверное, мне в нее. Я, правда, не помню, где это было, где я это видел, но где-то тут. Хуба! Стоять. Что-то я ничего не понял сейчас. Все двери закрыты. Ты мне предлагаешь назад, что ли, идти? Ну, я просто думал, что может вот что-то типа вот этого откроется, нет? Давай спустимся, посмотрим, что там внизу было. Я просто уже не помню. Вот, Coming Soon здесь было. Фикерслаб. Фикод под. Это кто? Это он где, блядь? Executive Office. Фико. Да, смотри-ка, Фико. Типа он третий. Две двери открылось. Мам! Эшли к мудаконским рабочим. Мам! Ублюдки! Я хотел сказать, мои работники! Я беспокоюсь о вас, да! Работать о вас, как о моих родных! Но если мы не поймаем этого эйба, расплачиваться придется всем вам! Ну! Чего вы ждете? За работу! Специально для вас варево от Soul Storm. Из этого пойла получается отличное рвотное. Что? Чем? Отличное рвотное? Что? Да! Тихо! Ой, мой мозг. Что ж ты делаешь-то, блядь? Игра. О, боже. Не надо так делать. Мозг-то это... Пока еще адекватят, нет? Хуй ты делаешь-то. Так, еще раз сохранюсь. И, наверное, надо перерыв сделать, да? Давно сидим. Ее водичку-то.